В Алматы отмечают 100 дней до старта 28-й Всемирной зимней универсиады. Аким города Бауыржан Байбек торжественно открыл празднование этой даты перед Дворцом культуры и спорта имени Балуан Шолака. Во время церемонии градоначальник вручил сертификаты послам универсиады. Среди них оказались популярные звезды нашего шоу-бизнеса Кадырали Болманов, Жанар Дугалова, Али Окапов, Нуржан Керменбаев. Ранее статус послов получили также олимпийские призеры Дмитрий Баландин и Дарига Шакимова. На праздновании прозвучала главная музыкальная тема предстоящей универсиады. Автор композиции Ислам Рахимжанов свою песню он исполнил вместе с Нурланом Абдуллиным и Лорен.